Здравствуйте, мои друзья, мои подписчики и гости моего канала. Мы с вами приехали на Пыхтинское кладбище. В прошлом году я нашла могилу актера, цыгана Дмитрия Бузылева. Как раз в то время велись работы по устройству площадки под памятник. Мне работник кладбища тогда рассказал, что приезжали родственники Бузылева и тут все сами делали, готовили место под памятник. Но подробности, конечно же, он не мог мне рассказать, он не знал. Дело это было в конце сентября, и я предположила, что памятники зимой никто не ставит. Возможно, памятник будет летом. Ну и буквально недавно моя подписчица Ксения мне напомнила, что надо бы съездить посмотреть. Дорога уже знакомая, и я быстро нашла захоронение Дмитрия Бузылева. Вот этот участок. Ну и что, все то же самое. Ну, лавочку поставили какую-то. Оградка уже проржавела, желательно бы покрасить ее. Памятник, значит, не поставили. Возможно, еще собирают деньги или готовят памятник. В общем, нету пока. Ну вот так. Придется приехать в другой раз. Мне мои зрители напомнят, если я забуду. Идем на выход и зайдем на минутку к Мальвине. Татьяне Войтюк. Ее семейное захоронение как раз по пути. Я ранее выпустила подробное видео о ее биографии. Повторяться не буду. В конце этого видео я дам ссылку на предыдущее видео. Пожалуйста, пройдите, посмотрите. Дорога знакомая, поэтому иду. Сразу быстро нахожу. Дверка открыта. Вот это семейное захоронение. Здесь Татьяна Анатольевна захоронена с отцом и с бабушкой. Вообще-то, знаете, на всех кладбищах вот это жаркое и дождливое лето очень много травы. Где-то даже в человеческий рост вырастает. Растет как на дрожжах. Даже вот свежие убранные могилки, и то уже сразу же в траве. В таком климате трава разрастается моментально. А ходить еженедельно родственникам, ну, по кладбищам, это же нереально, сами понимаете. Ну вот и все. Идем на выход по пути. Что увижу интересное, то вам покажу. Самолеты здесь летают бесконечно. Тут недалеко Внуково, поэтому все летят на аэродром. Вот такой интересный памятник, смотрите. Это памятник, это захоронение. Я этих людей не знаю, просто глаз остановился, решила заснять и вам показать, какие бывают. Крест красивый. Мы попозже туда сходим, в эту церковь, часовня святого праведного Лазаря. Вот такой вот памятник молодой женщины, небольшое стихотворение, эпитафия. Не знаю, получится ли у вас здесь прочитать что-то. Если не успеете, то остановите видео и прочитайте.
Сегодня я не хожу по всему кладбищу, не ищу никакие могилы, просто иду по пути к выходу. И на чем глаз остановился, то и снимаю. Опять самолет. Смотрите, какой большой транспорт, на что. Я думаю, мужчины разбираются. Тяжело. Про этого мальчика я рассказывала тоже. Посмотрите как раз вот в предыдущем моем видео. Знаете, иной раз не только эпитафии интересно читать или рассматривать скульптуры, надгробные камни, но и сами оградки. До чего ажурно выполнили работу. Такие вот красивые оградки. Маленькие дети. За что им так? А здесь кто-то голубей подкармливает. Семечки рассыпал им. Еще маленький ребеночек. Ну, а здесь смотрите, какое интересное фото решили поставить на памятник. Поднимает рюмку. За что? Ярославушка. Опять ребенок. Ну, вот она, церковь-часовня святого праведного Лазаря. Построена она в 1996 году. Но открыли окончательно годом позднее. Снимать внутри как бы нельзя, и я просто с порога засниму вот так вот. Я думаю, понятно, да? Ну, и на этом, я думаю, что все. Мы с вами будем прощаться до следующей встречи. Всем вам всего доброго. Я уже вышла с территории кладбища, и опять летит самолет. А я перехожу дорогу и иду на метро Пыхтина. Всем пока-пока!